Всем привет, наша любимая игра Родина. Сегодня у нас суббота, но мы продолжаем играть. Ой, спасибо большое за помощь. Мне помогли заполнить кораблик. Кораблик был довольно-таки интересный. Одни стаканчики чего стоят. Мы его отправим, получим нашу марочку. Зеленую. Почему не синяя? У меня синими дефицит. Так, давайте расценим ситуацию. Вы знаете, я когда прошла все отметки, думала, где мои изумруды? Где мои изумруды? А в итоге оказалось, что изумруды дают этот раз за общую цель. И когда она достигнута, я забрала свои изумруды. Но дело в том, что теперь в этот раз парились, вы сделали все. Или просто достигнута общая цель, но вы не сделали все. Изумруды не забудьте забрать. Их получаете в любом случае. Битва невыносимо интересная, очень-очень сложная. Не знаю, сможем ли мы вообще чего-то в этой битве добиться. Потому что сейчас я вам покажу. Это очень. У нас такой первый раз. Второе место 300 опыта. Третье место 100. Может, это какая-то злая шутка, я не знаю. Может быть, потом в конце это все появится. Но что-то я в этом сомневаюсь. Возможно, нас кинули среди каких-то слабеньких союзов, где мы прям конкретные лидеры. Ну, это все не важно. Главное, мы получаем все призы. 10 тысяч набрано, уже даже 12. Уже получается, видите, практически мы заданиями заканчиваем. В этот раз у нас все активно работают и принимают участие в заданиях. Так, то, что мы там написали, мы почитаем потом. Союз у нас так и остался маленький, 8 человек. И, в принципе, в союз пока мы никого не добавляем, потому что очень тяжело это все проходит. Новый человек появляется, и появляются новые трения, а нам это не надо совершенно, потому что получается непонятно, что в союзе. Так, 10 марочек собрали. А сразу отправлю. Мне главное, что? Главное, чтобы дали изумруды. Но это бывает крайне редко. Поэтому как будет, так будет. Все остальное мне не надо. Все остальное я просто скидываю, и оно себе тихо и мирно валяется, никому не надо. Совершенно не надо. Так, следующий кораблик. Следующий кораблик у нас будет... Ай-яй-яй-ой-ой-ой, окрошка. Она вроде делается быстро, но там на нее столько всего надо, что лучше бы она делалась долго, но, скажите, ничего на ней не надо было такого интересного. Да, кстати, мне в этот раз повезло. Сегодня 23 февраля, мне сделали подарок. Девочка мне подарила одна, спасибо ей большое, Алина, подарила мне уничтожитель сухариков. 10. Топориков и 10 пил. Надо сначала посмотреть, есть ли у меня сухарики на курорте, потому что тут сухарики сухариками, а там сухарики, это уже проблема, потому что пока сухарик не уничтожен, ты новый кустик или дерево уже не возьмешь. Поэтому мы все идем куда? Правильно, мы идем на курорт. У нас выходной день, курорт, отдых. А ну давай, грузить. Такие есть сухарики. Вот раз сухарик. Сейчас мы сделаем сухарик. Сухарик искусственным путем. Быстренько преобразился у меня. И спилился. О, тут даже два дерева можно поставить. Так. Дерево раз. Что так-то, а? Странно. Ладно, я сюда его встану. Дерево два. И куст один. Есть. Кто хочет дать подарки, пожалуйста, я принимаю. О, Елена, спасибо. Все, больше никто не хочет дать подарков. Ну, не надо. Скажет, не очень-то и хотелось. Не, ну вообще-то хотелось. Ну, бывает. Так. Упс. Не, печенье у меня точно есть. Надо просто поснимать, пойти. Позаполнять своих туристов. И перчаточки она, значит, ставила. Точно помню. Помню, как сейчас. Вот, кстати, насчет яичниц. Не уверена. Ой, у меня конфеты закончились. Не дам. Я жадная. У меня на следующем кораблике сейчас надо поставить, делаться пирог. Капусты. Капусты, кстати, по-моему, в нашем доме дефицит. Так что будем или покупать, или высаживать. Раз, два, три. И тут еще.
вакантное место есть. Есть, я сейчас еще сухариков нарублю. Тут вообще много места. Так. Сухарики, сухарики. Какие мы берем? Раз, два, три. Закончилось. Идите сюда. Раз. О, тут мне помогли. Спасибо большое. Будем выбирать сначала те, которые так вот где-то спрятаны. Потом те, что стоят нормально. Так. О! Я нашла, где убрать сухарики. Мне там что-то написали, то хочется почитать. Ладно, потом. Упс, тут нет сухариков. Это радует. Куда идем? Тут нам помогли. Вот сухарик мне не нравится. И тут. И вот. Все. Пилы у нас закончились, к сожалению. Да, мы сейчас поговорим, и на этом мы остановимся. А поставить завод работать слабо. Так. И, наверное, пшенички еще десяточек прикупить. Точно уверена, что ее мало. Но это, в принципе, и может, и не точно. Ну, бывает. Ладно. Ничего так больше не хотите мне предложить интересного? Так. Ладно, ставим завод. А, мне есть немножко. Ну, там явно надо будет много, как у нас обычно бывает. Поэтому ставим тихо. У меня есть целых две капусты. Одну могу дать. Только не жадничайте. Ха. А больше капусты нету? А мы сейчас купим. Ну, видите? Нет, не купим. Соседняя капуста намного дешевле. Значит, вкуснее. Значит, свежее. Пара с продажи. Все. Капусту мы поставили. Склерозники. Дальше нитки. Да вот. Ой, блин. Ой, блин. Окрошка. У меня квас есть. Квас у меня есть. А у меня нету сливок, наверное, как обычно бывает. Одно есть, другого нет. Сейчас мы сейчас поставим сливки. Будем ждать окрошку. Тихо. Кормим коровок. Всех коровок. Ставим сливки. Ночью сметанку делала. А, такие есть даже две сливки. Так что еще, ого-го, как хорошо. Ладно. Сахар забираем. Ставим. Ой, два сиропа очень сильно отвлекут. Ставим. Раз, два, три, четыре. Ой, тут есть пара окрошек. Ну, конечно, этого 100% не хватит. У меня же такой супчик аппетитный появился. Смотрите, какой красивый. Томатный супчик. Упс. Так, раз, два, три, раз, два. Угу. Ну, как-то так. 2 и 4 будет 6. Вообще, я даже умею считать. Так, давайте теперь из того, что есть, отнесем то, что надо. Рукавицы очень сильно просили. Точно помню. Мне надо поставить несколько шапок. 3, например. Раз, два. Ух ты. Раз, два. Не. И вот так. Ладно, с этим пока подождем. Давайте поставим 3 шапки. Вот так. Ну, ткань очень нужна будет. Ладно, я 2 поставлю пока. И вот так. Хорошо. И идем. Куда идем? Мы идем относить. Что мы будем относить? Сейчас мы выберем. Шпрот явно нету, да? А нет, есть. Чего это я? Все у нас есть. Так, туточки. Что у нас? Огурчики. Огурчики. Огурчики маринованные. Примите, распишитесь. Тихо, тихо, забить склад. Ну, то бывает. Чего сразу кричать? Туточки мы приехали. Встречайте. Ха, печенье-то никто не... Ладно.
Я отдаю рукавицы. Я отдаю рукавицы. Нитки. Ну что ж это так? Ладно. Шапки я поставила. Ха, рукавицы всем не хватит. Вот вы сами виноваты, что вы еще орешки захотели лесные. Вот будете знать, как жадничать. Вот вам рукавицы не хватило. Остальным хватило. Так, получите. Шпроты будут попозже. Эти кто-то поставит. Ого, сколько масла. Ой, жадный какой. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, какой жадный. Так. Все хотят кваса, но квас сегодня не выездной. Он уходит сегодня на кораблик. Тихо, тут что? Тут тоже не дам. Что у меня здесь? Ой, тут мне еще ого-го сколько надо. Там я так не играю. Тут все, короче. Ладно, идемте отсюда. Надо делать заготовочки. Далее. Так, тут стоит. И вас надо подоить срочно, потому что вы доитесь очень редко. А потом даже 10 вас чего-нибудь, скажем так. Ты что, голенький сидишь тут? Нету чем кормить, да? Сейчас поставим. Сейчас поставим. Так, отвлекли чуть-чуть, бывает. Ну что ж, давайте продолжим заставлять наши ялки, например. Надо, конечно, завод уже докачивать до конца, но нечем. И надо обязательно посадить морковка пару рядов, потому что ее вечно съедают. Она везде идет, и на соки, и на приготовление, и на все, что хочешь. А ее постоянно мало потом оказывается. Так что садим даже 3 ряда, чтобы было есть. Что мы дальше разбираемся? Тетенька, ты что пришла? Ого, жадина, стой. Я подумаю над твоим предложением. Так, тут у нас все забито. Здесь мы что-нибудь должны поставить, например, коровку. И вот так. Потому что сейчас я их соберу, и все. И не будет чем кормить. Обратите внимание, несколько дней деньги держатся фактически на месте. Отнимаю, прибавляю. Ну никак отметку 800 не пройду. Оно потом так всегда, я заметила. Если заходишь до определенного, так оно висит. Хоп, прошел быстренько и пошло нормально. Так. Ладно. О, подарочек. А я вчера, кстати, улучшила себе земельку. Вот это я, конечно, приколола. Надо же было мне вот это все поубирать в первую очередь. Мы сухарики могли бы сдвинуться. Ну, как-то я не сообразила. Теперь видите, 1, 0 и 14. Ну, есть куда стремиться, скажем так. Чего это я не поставлю никак? Медик делаться-то, а? Кто знает? Я тоже, если честно, без понятия. Так. Йогурты. Проверка. Йогурты, проверка. Не дам. Жадина. О, это можно отдать. Ну, в принципе, сейчас никто ничего не просит, но надо делать запас стратегический. Во-первых, проверить, что у нас вот тут. Можно поставить? Да. Раз, два, три, четыре. И все, мои йогурты иссякли. Но это тоже надо, понимаете, тоже надо. Так что, как-то так. Молока больше нет. Ну, будет через час. Ладно, давайте тут. Все голодные. А что нам дядя сегодня? Что-то продает или нет? Он обычно там корм подкидывает или еще что-нибудь. Ой, ну нету места, ну нету места. Ну что сделаешь? Сейчас будет. Мы сейчас что-нибудь где-нибудь поставим. Я вчера докачала уже этот завод, наконец-то. Сахар. Один сахар. Так всегда. Чего-нибудь да не хватает. Ладно, здесь есть.
сладости. Так, тут, ну, по-моему, что-то надо было, кто-то просил у меня такие тортики. Я не помню кто, не помню когда, но пицца одна поставили. Тут этот заводик очень нужный, потому что эти заготовки теперь идут в дальнейшем на другие блюда. Так, есть туточки, вот сюда, видите, огурчики. Это пока есть, не надо. Хотелось бы чего еще? Цезарь? Да нет, лучше с мясом, наверное. Мясо меньше у нас. Салата. Соберите. Не будем мы ничего собирать. Ладно, соберем. Поставим. Плохо, нету. 9. Ладно. Такое бывает, надо часто, поэтому берем все. Это мы не жадничаем, это мы смотрим с перспективой вперед. Так, садим обязательно 3 ряда, потому что это как морковка. Надо много, растет долго. Ой, у нас еще что-то проблема с луком, да, прям? Ха, дядька бросил и ушел. Оставьте себе 20 штук уже. Какие-то они жадные. Не хочу я такое. Так. А тут мы посадим помидорку. А вот этот кусочек мы оставим для того, что более-менее быстро растет, чтобы не меньше докуплять. Ой, да я еще лук нашла. Ничейный, обнаружен. Целый ряд. Его не видно было. Так что лук у нас еще есть. Картоплю надо ряд посадить. Будем варить супы, борщи. Так, ой, куплю, да? Или посадить? Куплю. У меня только 5 вакантного места. Ха-ха-ха. Пс. Обязательно вот так рядочек. Ну, а здесь чего-нибудь, вот, например, вот так все, засаживаем 3 ряда, тем, что, ну, как, не совсем быстро, но быстрее, чем обычно. Чтобы не покупать, скажем так, чтобы не тратить нашу денежку. Есть. Так, там было что отнести, я точно помню. Не помню куда, а, торговый центр. А ватрушки у нас нету, чтобы сделать? Есть. Ну, вообще хорошо. Едем, едем, едем. И вот приехали. Отдали. Ой, тут улучшать еще не скоро. Кстати, видео пора заканчивать. Удачного всем выходного дня. Всем пока.